И заключительный материал нашей программы. В Ташкенте презентовали первые 15 книг 100-томника «Памятники узбекского народного творчества». В свет собрание выпустил издательско-полиграфический творческий дом имени Гафура Гуляма. 15 томов из 100-томного сборника «Наследие узбекского народного творчества» вобрали в себя глубоко изученные и проанализированные учеными сведения об историческом развитии, художественном представлении нашего народа. Показано, как все поэтапно развивалось, совершенствовались пласты духовного наследия, как многогранно фольклорное творчество. Проект стартовал еще в 2015-м, и сегодня это лучшие образцы устного народного поэтического творчества узбекского народа, собранные воедино. Издание включает 59 томов дастанов, 10 томов народных песен, 12 сказок. Остальные сборники составлены из собранных мифов, легенд, изречений, поговорок, загадок, небылиц, детского фольклора и других жанров. Основная цель публикации – сохранить и передать богатое культурное наследие, веками переходящее из уст в уста, последующим поколениям в письменном виде. Также мы записываем на диски самые лучшие образцы дастанов. Например, записали Рустамхона Култауша. В мире очень мало изданий о фольклоре народов. Наша цель не только донести культурное наследие до молодого поколения, но и познакомить с ним другие народы. В конце каждого тома мы даем комментарии на русском и английском языках. В будущем планируем перевести издания на многие языки мира, а также издавать электронные носители дастанов. А проводимые исследования в эти дни способствуют подготовке к изданию еще десятков дастанов. Так, к концу текущего года планируют издать 5 книг и представить их читателям.